Илюх, ничья 2-2, но забил. Поздравляем. Твои эмоции по игре. Да, спасибо. Считаю, что упустили 2 очка, так как вели 2-1, но потеряли концентрацию и упустили игрока в штрафной. Ну и в конце могли вырвать победу. В этой игре больше опасных моментов создавали, нежели в предыдущем матче. Как работали на тренировках по реализации моментов? Да, после прошлой игры мы стали больше работать над этим компонентом на тренировках. Больше бить издалека, больше вбеганий и так далее. Так что работаем.